Доля убыточных организаций в Башкортостане самая низкая в Приволжском федеральном округе. По данным Республиканской службы статистики, нерентабельных предприятий в 2017 году было немногим больше 21%. Сумма убытка 24,5 миллиарда рублей. На 1% больше убыточных предприятий в Татарстане. Третье место поделили Саратовская и Кировская области – более 23,5%. Наибольшая доля нерентабельных организаций в Оренбургской области – больше 33,5%, и Пензенской областях почти 32. В среднем по России количество убыточных предприятий превышает 26%.